Я, конечно, помню, этот день была на работе. Их сразу поступило два одновременно. Началась перепрофилизация, колоссально огромные перестановки. Пришлось же поменять вообще всю свою жизнь, так скажем, где-то. Если в обычной жизни я травматолог-ортопед, то здесь врач инфекционного профиля. Работа та же, мы лечим наших любимых пациентов. Сложности в ношении костюма сизых этих. Не хватает кислорода, воды хочется попить лишний раз. Этого сделать нельзя в костюме. Подустали мы немножко. Хочу лечить моих любимых неврологических пациентов. Естественно, и на моральном уровне, не только на физическом, это тяжело. Мы вакцинировались. Хотелось на личном примере показать, что это не страшно и что это один из выходов побороть эту инфекцию. Вот мне кто-то сказал, что там прививки это не то. И когда ты объясняешь, из чего это состоит, какая будет симптоматика, и что вы выбираете, тяжело болеть или вакцинироваться, то, как правило, пациент, да, вакцинируется. Если вам можно прививаться, то это сделать нужно. Потому что получить вирус в виде вакцины, да, это не то же самое, что им переболеть и встретиться с ним в обычных условиях. Я абсолютно не чувствую вкуса и запаха. Когда у меня упадут антитела, я обязательно пойду вакцинироваться. И своих друзей и родственников я призываю к этому реально. Я вижу в этом спасение. Источников информации. Поиск общего через анализ нюансов. Субъективно об объективном. Для того, чтобы принять участие в нашем опросе, наведите камеру своего планшета или смартфона на QR-код, который вы вот сейчас увидели на своем экране. Спасибо, что голосовали. Это «Пятая студия». Сегодня еще продолжим обсуждать важные события. Новость последнего часа. Организаторы ралли «Шелковый путь» все-таки отменили этапы на территории Монголии. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернов. Отказаться от гонки пришлось из-за коронавируса.